Приветствую вас. С точки зрения психологии, голоса есть у каждого человека, каждый человек слышит голоса. Поэтому я не думаю, что можно назвать подобное проявление болезнью. Если ваши голоса в голове просто достаточно сильны, и они вас сильно достают, то это означает, что есть конфликт между, как и сказал мой коллега, разными эго-состояниями. То есть вполне вероятно, что голоса, которые вы слышите, это голоса ваших родственников или каких-то значимых людей, которые постоянно пытаются вам что-то донести, постоянно пытаются вам что-то доказать, постоянно пытаются вам что-то объяснить, вот. На самом деле с этими голосами можно и нужно уживаться, вот. Для этого нужно найти общий язык с ними, да, голосами, вот. Нужно найти общий язык, для чего необходимо понять природу голоса, вот. И да, действительно гораздо продуктивнее будет научиться извлекать из этого пользу, а не лечиться, потому что как я уже сказал, голоса в голове, они есть у каждого, и они будут с вами. Просто вы в силу, вероятно, неуверенности в себе, более чувствительны к ним, к этим голосам. И из-за этого возникает у вас такая вот проблема. То есть вы, конечно, можете обратиться к психиатру, если считаете, например, что глаза уже очень сильно влияют на вашу жизнь, то есть оказывают на нее воздействие серьезное, либо вы просто сходите с ума от того, как они, ну вот, знаете, да, постоянно как бы вас, ну, постоянно вам приказывают, постоянно что-то хотят от вас, вот. В этом случае, конечно, да, нужно обращаться к психиатру, но, как бы, нужно понимать, что психиатр, он не лечит, в данном случае, само заболевание, ну, по крайней мере, вот, современные психиатры. Они выпишут вам препарат, который понизит активность вот голосов, да, и вы сможете с ними справиться, то есть вы сможете прийти к ним, с ними к какому-то компромиссу, вы сможете прийти с ними к какому-то выводу, решению. Вот. И вы сможете научиться с ними находить компромисс. Вот. А как правило, наличие голосов, это означает, что у вас нет или есть серьезные проблемы с эго-состоянием взрослого. То есть вы не анализируете, вы не отдаете себе отчет в том, что происходит ну вот здесь и сейчас с вами. И из-за этого вы то в родительское состояние впадаете. Я должна, мне надо, то в детское, я хочу, а во взрослом состоянии
вы не бываете. Ну, по крайней мере, на это указывает вот то, что вы пишете. Поэтому оптимальным вариантом будет для вас, наверное, такой вариант. Значит, смотрите. Смотрите, какой оптимальный для вас будет вариант. Сперва вы обращаетесь к психологу и смотрите на ваше состояние. Потом, если состояние слишком серьезное, вы обращаетесь к психиатру, он вам назначает лечение препаратами. И вот под воздействием препаратов вы занимаетесь с психологом по обретению гармонии между этими голосами. Вот так. То есть не нужно лечиться, да, только лечиться, но не нужно и только стремиться извлечь пользу, потому что от этого может быть и вред физиологии. Вот. Конечно, важно понять, как давно появились голоса, что они вам говорят, чего они от вас хотят, вот, и так далее. Это все можно уточнить у психолога, разобрать с психологом, вот. Потому что многие люди, они занимаются только лечением и из-за этого неэффективно работают над своей проблемой. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.